Макс. Вот мы заходим. Так, это Барбус Макс. Привет! С вами вновь я. И мы смотрим шоу, название которое мне уже лень произносить. Некрасов ТВ «Путь на питерский сенсейшн». Это уже третий, заключительный выпуск нашего шоу. Все выпуски вы можете посмотреть в Ютубе. Обязательно смотрите. Евгений, вам слово. Вы еще живы? Эй, Евгений. Я сейчас почти лежу, в общем, тут все фоткают, снимают видео. Собственно, мы в Барбус Макси, напоминаю. Это Property Sensation! Ребят, все круто, все здорово! Все хорошо! Так, посмотрим, что здесь есть интересного. Всем тем, кто меня знает и не знает, привет! Итак, это Некрасов ТВ! Все просто классно! Мы не впервые на Sensation, по крайней мере, на припате. Мы не впервые работали в прошлом году. Сами из Петергофа. Вот, очень рады, что мы принимаем здесь участие. Очень позитивная обстановка. Вообще, сумасшедшие люди, сумасшедшее движение. Блин, Андрей, на, попизди. Все, заебись, парни. Итак, по-моему, остановка 5 минут, и все выходят из автобуса этого Барбуса Макси. Итак, дорогие друзья, в общем, мы подъехали к Исаакиевскому собору, мы подъехали... я не понял, куда камера у меня? В общем, здесь очень круто. Давайте посмотрим, что здесь происходит такого интересного. Сам из Екатеринбурга. Уральские пельмени, здорово. В Санкт-Петербурге мы берем интервью у прохожих. Знаете ли вы, что сейчас происходит вообще в Санкт-Петербурге? Сенсейшн. Сегодня сенсейшн, и мы на него идем. Увидимся там. Можно вас спросить, откуда вы? Репортаж. Прямой репортаж, откуда вы? Сургут. Так, собственно, ты откуда? СПБ. Нереально, что здесь происходит. Вообще, для интернет-телевидения Некрасов ТВ побывать на таком событии — это вообще подвиг, друзья. Итак, я нашел тех, кто носит брекеты. О! Я тоже в брекетах. Собственно, когда вы поставили брекеты? Год назад. Носите брекеты. Я не знаю, что еще сказать. Какую роль вы исполняете в этом событии? Смотри, памятники. Ты видел памятники, да, скульптуры. И представь в определенный момент, когда памятники оживают. Мы оживляем памятники. На Сенсейшне, да, я и сама... Камера тут автоматически сама поворачивается просто. Сама из города Кирова, Калужской области, но в Питере учусь. Так. То же самое, я из Старой Руссы, только в Новгородской области. Учусь в Пушкине, на Сенсейшне первый раз стал участвовать. Так. Ну и, собственно, представители Санкт-Петербурга. Ну, просто веселиться, танцевать, Сенсейшн. Третий год я хожу, это самое лучшее из того, что было
за предыдущие годы организация офигенная. Я была первый год, но все равно мне так очень, мне все нравится. Вообще это супер, супер, супер. Я 5 лет живу в Питере и первый раз участвую в Сенсейшене. Мне очень все понравилось на теплоходе. Сейчас вторая часть, это лимузиновый парад. Спасибо, спасибо организаторам. Олеся, респект. Рулит. Просто. Да. Сегодня отдыхаем с вами, ребята. Некрасов. Некрасов ТВ вместе с нами. Я вообще не понимаю, что здесь происходит. Привет. Короче, это стрёмно, если честно, ребята, вот я вам скажу. Лучше фоткаться, просто нормально двигаться. Значит, надо с этой белой тачки твой, с серебряной. Да, да, лучше на фоне Исаакиевского, да. Вот это да. Ну зачем, это уже стрёмно. Итак, у меня, ура, у меня оператор появился. Оператор, привет. Да. Я не только оператор, и участник. Здорово, здорово. А что это за телеканал? Здравствуйте, какие новости сегодня? А ты хочешь скоростей? Есть скорость. Он снимает сегодня? Да, Некрасов. Итак, у нас доктор. У нас интервью. В эти моменты прохождения сенсейшена очень много людей, у которых болят голова. Нужно срочно лечить. Нужно срочно лечить. Если у кого-то будут вопросы по поводу здоровья, можете обращаться. Итак, друзья, мы находимся в самом центре событий, флешмоб. Блин, тут все просто много очень снимает видео. Собственно, если повернуть камеру вот так вот, допустим, тут все танцуют вот так, да? Вот все прыгают. Собственно, вы смотрите Некрасов ТВ. Ладно. У меня такое складывается ощущение, что здесь утренняя зарядка, все прыгают, собственно, вот так, сенсейшн кричат, да. В общем, кто здесь? Ну, я и ответил, кто здесь, я не знаю просто, кто здесь. Я сам тут впервые. Собственно, а у нас готовое интервью, хотите ли дать, как вам вообще сенсейшн? Вы знаете, если рассуждать с точки зрения банальной эрудиции, то сенсейшн, в принципе, то мероприятие, которое хотелось бы рассматривать с точки зрения вселенной. И что вам хотелось бы сказать, что сенсейшн все-таки это лучшее событие России 2013 года. Спасибо. А где показывать будут? На ютубе. Ребята, тут хороводы водят, друзья. Друзья, короче, тут хороводы водят, собственно. У меня все садится, уже аккумулятор, собственно. Короче, всем пока. Я иду за зарядником. Итак, это последняя остановка, и сейчас мы после этой остановки будем двигаться уже к скакать. Какой это автомобиль? BMW золотой, кабриолет. Так, кто вы, откуда вы и какими судьбами? Здравствуйте, дорогое телевидение, мы Маэстро Проджект. Точнее, я Анатолий Маэстро, это Артем Гусь. Мы диджеи, выступающие на припати 2013 года в Северной столице. Сегодня все круто, погода радует. В общем, все на позитиве. Да, и надеемся, что сенсейшн пройдет, как всегда, отлично. И все будет хорошо.